Всем здорово, с вами Орел Кот, и я продолжаю играть веселую фирму 2. Да, я только сейчас понял, мне никуда 12 тысяч или какой-то фирме. Погнали! 8... Короче, какой-то фигни. Ну, во-первых, нахуй не фигни. Зачем? Ну давай, ну-ка быстрее, биби, брум-бум, брум-бум, биби. А, блин, жалко только масло, я тут рыбу взял бы лучше. И знаете, что мне надо? Вы не поверите. Страус мне нужен. Да, народ, мы сегодня без сыра. Сорян. А, ну, послушай, сыра нет. Обидно. Печально. Грустно. Надо масло, да? Знаешь, что мне эту музыку напомнит, как у песни? Всегда гасла моя бабка. А я папа, ты, не, сразу травса буду копить. По смыслу. Я вообще не вижу. Сюда. Блин, гребаные медведи. Снятие девицы. Нахуй так сказал. Сколько у меня... А, мне же. Ты корову, где молоко? Ты сирена. Сколько она у нас? Ну, вот я. Нет, я не хотел, честное слово, но так получилось. А, ну как-то заранее одно что ли делает, что ли? Как-то не понимаю, ты корову еще молоко делает. 22.50. Ну, я сразу просто на это коплю. Я просто могу считать. Вот 15. Это сейчас 55, что ли? Ну да, 155. Да, блядь, я сразу утрал скопить его. А на 3? А, да. Окей. Давай. 17.500. Я у себя на ферме, пишу ты, Пепи Пэч.
Ай, перья! Ну и принцесса там, конечно, страуса покупать. Я в ахуе. Одно перо все усилия. Все, народ, это я пошел, ну, короче, завтрак к страусам. Буду нахуй в Африку. Страусам дуловить перья за 40 000 продавать, все. Мастер дна. Давай. Ощущение, что у меня что-то не хватает в этой ферме. Еще один страусик. А если давай, давай, курица, гребаная. А, все один. Я либо мышку быстрее сломаю, либо эта хрень быстрее заспавнится. У меня осталось 4. А, ну я успеваю. Еее, золото! Еее, Вася, золото! Все, я тебя целую. Так, все, платим. Платьку. Понял. Так, ладно, идем дальше. Платье мне серебра здесь. Тут у меня больше золота и серебра, чем бронзы. И у меня игра заела. Какого хера? А. Я не нажал полностью, сорян. Столько! За 2-2. Ну тут вариант. Сука, что-то подставой пахнет. Ой, блядь, как пахнет. Сейчас что-то будет. Сейчас скажет, ай, пида, все, хуй тебе там в рот. Да, я так и знал. Ну, короче, я по старой схеме с коровой начинаю. Это подстава подставных подстав. Ну, я на всякий случай бедную корову куплю. Там 70 000, я знаю, это все такое. Нужно, короче, сразу корову покупать. Страус, там скажу, покупать не стоит. По большой сильной причине того, что они дохуя стоят. Стоит, ушел нахуй, все, сразу, все, блядь, нахуй, на Алиэкспресс вас, быстро, быстро, блядь, я сказал. Это так, малочка, я попить хочу. Ой, блядь, найди. Ну, мне не обязательно, но... Да, 48, но сейчас что-то придумаю. Там был маленький мишка, а не показалось. Маленький мишка, они хотели идти ко мне на завтрак. Сзади нас.
А не, 60 рублей. Значит, так и думал. Что-то я опять тупанул, ну ладно. Похуй. 20-30. Но серебра точно успею. 90 тысяч минут. Хотя бы на кармане. Сильнее, что я отец что-то упускаю. Ну ладно, пофиг, серебро так серебро, я в принципе на нем не живу. Давай. А сколько у меня? 25, там 480. О, должно хватить. Тем более там что-то делается. Из 5. О, хватает. Все, на изи. Изи. Черт, погнали. Я что-то такое предчувствие было, что что-то будет хреновое. И вот это предчувствие... Ну ладно, блин, это куль. Я мог сказать, ну курица, мясо, свинья, страус, сыр. Да, пиздец. Короче, набор всякого дерьма. Сколько нахуй? Ну ладно, я, короче, сразу страусину ферму продаю. Быстрей! Либо меня тут сожрут эти гребаные твари, либо я не знаю. А еще и медведи, ну куда ж без них? Без них бы вообще весь этот сюжет. А, не ма... Ой, да похуй. А, без тебя, Вася! Да что, мне страусов жалко. Что нам вообще похуй? Так, ладно. Мне нам достаточно всего одной курицы. Одну я сказал. Так, в принципе, семьи. Давай! Ага, я сейчас сдохну, быстрее, сволочи, хавать. Так, ладно. Вань. Так. Так, один, здесь пять, и здесь один. Нет, страус, только не страус. 70 тысяч, кстати, на страус, ручки ебанутые. Я вам сколько денег буду каждый день брать. А, у меня еще коровы нема. Вот поэтому я не хотел эту хрень покупать. Нет! Блин, все заново придется. А, быстрее доживайте, быстрее. Так. Мяу. Давай, гребаная машина, быстрее. И тут варианты, я тебе сейчас на металлолом продам, либо меня сейчас медведи заубьют. До смерти. Давай быстрей! Ну все, у меня сейчас корова сдохнет. Ничего, честно. Их много, я один. Ну ладно. В принципе... Сейчас мы купим самое дешевое, потом купим самое дорогое, а потом вообще ничего не купим.
просто денег не будет. Так, ладно, сейчас закажу. Так, это сразу же. Так, ладно. Все, можно курить из линкора хрюм-хрюм. Валентинс. Ничего не будет с ними. Тихо-тихо. Ладно. Ладно, у нас заранее тут краухан покупать. А чем я так много заказал сюда? Так, сюда это продаем, это нахрен не надо, это нахрен не надо, это нахрен не надо, это нахрен не надо. Того касать просто случайно. Вау, вау. Я бы не продавал, блин, они сдохли потому что. Может просто продавать. +20, +25, +45, +30. 75 тысяч, короче, мне надо. Что-то попытаюсь сделать с этими 75 тысячами. Ну, с коровы еще 5 тысяч. Памперов чай не продам. Мне кажется, что-то я неправильно сделал. Ничего. Он 20. То есть я пару покупаю. Ну 30 тысяч, да, остается еще есть. Ну будет бронза, потому что вряд ли себе был успею. Ну да. Вот себе. Вот какая-то. Все. Остался. Что-то я упахал момент. Ну ладно, пусть.
Ага, двойной экспресс, давай быстрей. Изи. О, значит, на не скучно. Всем пока.